Здравствуйте, магазин Лючи Тру, серебряные украшения. Сегодня у нас с вами подборка из выращенных камней. У нас сегодня на повестке дня кварцы и фианиты цвета аквамарин. Украшения мы подобрали достаточно крупные в основной своей массе, с браслетами, колье, в общем, в такой сине-голубой гамме. Начнем мы, наверное, с самого простого сегодня. Украшение. Называется этот комплект «Восток», делает его завод «Вега». На сайте мы смотрим с вами цены по артикулу 40-18. Здесь у нас, читаем бирочку, как всегда написано, вставка «Кварц», цвет «Аквамарин». Вот у меня в руках колечко 18 размера, посмотрите, шинка с таким восточным, наверное, все-таки ближе к восточному орнаментом. Очень высокая у кольца посадка, то есть кто любит высокие кольца, шахматная огранка позволяет кольцу вот так вот играть, давать такое освещение, такой эффект, как бы. И вот так вот колечко сидит на руке. У сережечек Вега у нас, как всегда, красавчики. Смотрите, с тыльной стороны, то есть замочек, то есть отдельная дополнительная работа художника, она, конечно, видна. То есть полностью повторяется вот этот орнамент, не просто вам гладкая швензочка, а вот такая вот с рельефным, с фактурным серебром. И замочек у нас немножечко, совсем чуть-чуть занижен, то есть серьги достаточно тяжелые, поэтому я думаю, что для высокого и прокола и плотной мочки уха. Комплект можно, наверное, отнести как и к праздничному, он достаточно крупный и массивный, и шахматная вот эта огранка двухсторонняя, видите, дает такое прям мерцание хорошее. И как бы, ну и можно его использовать вполне как базовый в дальнейшей жизни. Так что вот такую радость можно себе подарить в качестве новогоднего украшения с дальнейшим использованием. Дальше возьмем самый красивый, самый такой роскошный по наполнению комплект. Он называется Moulin Rouge. У нас сейчас представлены, значит, на сайте мы смотрим артикул 31-14. Здесь у нас также выращенные кварцы. Здесь подборка идет из кварцев цвета аквамарина и топаз голубой. Значит, у нас сейчас есть браслет, кольцо, серьги и колье полностью с одинаковыми камушками. Поэтому можно для себя сделать такой вот сюрприз. Сразу полностью комплект. Браслет здесь достаточно длинный. Порядка там, у меня вот 17,5 рука где-то. То есть порядка 20 сантиметров. И у него есть еще дополнительный, видите, удлинитель. Застегивается на карабинчик. Браслет у нас частично формованный. То есть он состоит из вот таких элементов. И еще раз на руке. Вот такая красота. Колье у нас лежит, мы его посмотрим. Я не буду, наверное, его доставать, понятно, оно на каучуковом шнурке. У сережек замочек у нас английская петелька. Также у нас подборка по огранке, форме и цвету колье камней идеально подходит к колечку и к браслету. Кольцо имеет вот такую асимметричную форму, они как бы расположены друг за другом, да, как в круговом таком полете. И размер у нас идет 17. Я тогда померю его на 17,5. Сейчас берем бирочки, превосходно уместилось. Ну, это явно прям, знаете, такой... Вот так выглядит комплект. Я думаю, что он явно носит праздничный характер. Очень яркий, активный. И я думаю, что вы много удовольствия и восхищенных взглядов получите, одев это украшение на новогодний корпоратив или вообще на какие-то праздничные мероприятия. Летом на юге он тоже вполне будет уместен. Мне кажется, аквамариново-топазовая гамма, она такая всегда приятно успокаивающая и несущая такой мягкий, женский и в то же время такой нежный акцент, да, более такая она романтичная. Следующий комплект у нас называется «Травиата». На сайте мы смотрим артикул 30-15. Здесь у нас фианит цвета аквамарин. Посмотрите на ограночку колечко. Вот я попрощаю его, немножко видно с тыльной стороны. То есть камень тоже огранен. Вот такой воздушный постамент у камня. Это дает дополнительную возможность любоваться таким большим, да, не натуральным, но выращенным фианитом. Идеальные совершенно огранки, идеальные по расцветке. Размер 20. Ну, вот я на 19,5 его одену. Посмотрите. Натуральный фианит в таком качестве и в такой чистоте, я думаю, что в серийное производство никогда не поступит. И к нему у нас идут серьги с английским замочком, который, как правило, садится практически на любой прокол. Дополнительный фианитик поставлен наверху, чтобы сделать комплект немножко поигривей. Вот такое вот украшение.
Я думаю, что тоже кого-нибудь порадует на новогоднем празднике. Подойдет к какому-нибудь гарнитуру. Дальше мы смотрим кольцо и серьги под названием бант. Здесь у нас артикул на сайте, мы смотрим, 325. Колечко у нас размер 18,5. Тоже у нас достаточно, видите, высокое оно в посадке будет. Но за счет того, что здесь более простой, мне кажется, по фурнитуре вокруг весь вот кольцо, перстень более простой. И некоторые бантики, его можно в дальнейшем и на каждый день вполне себе носить. У сережек английский замочек, совсем немножко занижен штифт. И видите, оставлено достаточно маленькое пространство, опять же, чтобы вес сережек немножко нивелировать. Вот такое вот наслаждение. Я напоминаю, что на сайте у нас украшения имеются по несколько всегда комплектов в разных цветах. И мы сейчас с вами смотрим просто ее как модель. С артикулом 325. Когда вы откроете карточку товар, там будет гораздо больше украшений. Так что будут другие цвета. Дальше мы смотрим. Комплект называется «Юность». На сайте артикул будет 316. Этот комплект завод достаточно давно выпускает. Вот я колечко повернула с двух сторон, чтобы вы могли внимательно его рассмотреть. Здесь немножко такой растительный орнамент. Цветочки, ой, листочки с фианитами. Окружают опять же кварц. Цвета кварц у нас здесь, да? Или фианит? Кварц, фианит. Цвета аквамарин. Вот такая вот огранка великолепная. Размер кольца 20,5. То есть для женщин с крупным размером кольца сегодня превосходный выбор. Сережки здесь тоже, они подойдут как на праздник, и так и на выходной день. Мне кажется, они выполнены в стиле старинных российских украшений, украшений наших императриц. Вот такой замочек у нас английский. То есть старинный петербургский стиль. Не зря Петербург всегда славился своими серебряными украшениями. Элегантная классика. К нему можно подобрать, к этому украшению, по огранке камни. Идеально подойдет колье «Султан». Я сейчас его покажу. Вот в такой форме. Посмотрите, по колечку превосходно, да, по огранке камушки у нас сочетаются. И по цвету мы подбираем с вами аквамарин. Плюс к тому, что если у вас есть комплекты с голубым топазом, то они сюда тоже великолепно подойдут. Причем топазы здесь двух оттенков представлены. Бледно-голубые, достаточно насыщенные. То есть колье будет долгоиграющее. На сайте у нас мы смотрим артикул 380p, если вам понравилось колье. Дальше еще один красавец коллекции Вега. Комплект называется «Раджа». Я думаю, что понятно, почему ему дали такое название. Вот такая вот россыпь огромная совершенно фианитов. Фианитовая дорожка трехъярусная. Во главе еще один камушек стоит. И кабошон, который огранен с тыльной стороны, имеет огранку, поэтому переливы цвета у нас присутствуют. Размер кольца также 20,5. Поэтому я сегодня... Прям большие камушки у нас все. У сережек замочек, видите, здесь уже большое пространство под мочку уха, и поэтому швенза немножко приподнята для того, чтобы, когда вы будете одевать, у вас сережечка не завалилась. Это очень длинные, очень активные, симпатичные серьги. Посмотрите, восхитительный совершенно комплект. Вот такая красота. При вращении, я думаю, что вам видно вот эта вот огранка, которую дают такую... приятное свечение. То есть разные по цвету получаются оттенки камня. Это все у нас идет подборка украшений, которые можно использовать для праздничного ужина или для корпоратива. И последнее украшение на сегодня, артикул 3102, также размер 20,5. У нас здесь также кварц цвета аквамарин. Тоже восхитительные огранки, совершенно кольцо, да и сам дизайн выполнен в тон подобранный. Немного оттеняющий, но по базовому цвету, если взять, то как раз желтый с голубым образует у нас вот такой цвет аквамарина. Размер 20,5, тоже на большой пальчик. То есть большой выбор. Комплект рококо у нас всегда женщины любят. Он пользуется достаточным у нас спросом и вниманием. И большой выбор этих украшений у нас на сайте. Так что заранее позаботьтесь о выборе украшения к Новому году, чтобы на корпоративе вы получали только комплименты и дополнительное удовольствие от своего наряда, от своего внешнего вида, чтобы у вас появилось настоящее праздничное настроение.
Заходите к нам в магазин, и мы поможем вам с выбором.